В сентябре станет известно, появятся ли в Казахстане бэби-боксы. Так называемые приемники для оставленных детей предложили внедрить после того, как в стране участились случаи убийства новорожденных. Сейчас резонансный вопрос обсуждает рабочая группа, куда вошли представители неправительственных организаций, Минздрава, Министерства образования и науки. По словам Тамары Дюсеновой, мнения по поводу ввода бэби-боксов расходятся. Кто-то уверен, что новшество необходимо, некоторые же считают, что с будущими мамами нужно проводить как можно чаще профилактические беседы о материнстве. Если посмотреть на международный опыт и мнение наших высших экспертов, Всемирная организация здравоохранения, они считают, что больше нужно проводить соответствующую психологическую работу с молодыми девушками и с семьями в части планирования детей. То, что сейчас неправительственные организации создали «Дом мамы», и что очень много мам возвращаются к своим детям и забирают, и понимают, что этого нельзя делать. Мне кажется, вот эта работа более была бы полезной и правильной, чтобы ребенок оставался с матерью. Вот мое мнение по этому вопросу такое.